1 июля в Бурятии увеличатся предельные цены на дрова и уголь. Наценка произошла на основании приказа Республиканской службы по тарифам. Проводят такую индексацию ежегодно. И они увеличились где-то примерно от 50 до 250 рублей за кубический метр. И эти цены на кубический метр твердого топлива, включая сюда дрова и уголь, применяется у нас при предоставлении определенных льгот льготным категориям граждан. Это на меры социальной поддержки льготным категориям граждан и субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Так, в муниципальных районах стоимость дров составит 1014 рублей за один складометр с НДС, а в Улан-Удэ – 1352 рубля. Стоимость тонны угля в Улан-Удэ установлена в пределах 2423 рублей.